Всем привет! Купила две рыбки, две горбуши, насмотрелась интернета и сейчас проверю, правда это или нет, как различить самку от самца. Значит, у самочки прямая спинка без горба и такая вот миниатюрная мордочка, ровненькая. Вот. А у самца здесь идет как бы крючок такой. Сейчас посмотрим, есть ли в ней икра. Итак, начнем. О, ура! Получилось. Смотрите. Убираем. Убираем. Вторая рыбка. Ага, она еще не оттаяла. Ой, а вторая рыбка печалька. Икры нет, а есть молоки. Вот. Так что фокус не сработал. Все вроде правильно. Мордочка аккуратненькая. И вроде как прямая. А оказался самец. Ну ладно. Тогда посолим рыбку. И икру посолим. Всем пока. Вот такая икра у меня получилась. Вот столько. И засолила рыбку.